Ну что ж, давайте начнем. Всем привет и продолжаем на Юту. Так, вчера мы остановили, что нам нужно закончить последний квест, но он как раз-таки в новой локации, куда нам нужно идти по сюжету. Так что у нас сегодня будет сюжет и последний квест 4 главы совместно. И погнали в очень горячую локацию, как вы видите. У меня примерно так же жарко, наверное. А? Что? Здесь повсюду лава. Ну, это же континент многих вулканов. Но я никогда раньше не видел их такими активными. Полагаю, это из-за того, что мастер-шестеренка была украдена. Тут так жарко. Ты сама как, в порядке, Ной? Да, вроде как. Но я не думаю, что здесь много безопасных троп, по которым можно ходить из-за лавы. Нам придется быть осторожными, продвигаясь вперед. Да. Салар, ну, даже если разденется, я думаю, это мало поможет. Ну, ребят, мы, смотрите, что мы можем сделать. Ай. Сраные рыбы. Эти щиты-то нас защищают от всего. Так что проблем особых нету. Сначала пойдем туда. А что у нас тут? Нужно постараться, чтобы полоска, которая, ну, мы используем крафты, синяя, ни разу не закончилась полностью. Ну, спасибо. Уже поздно. Господи, что за странные условия? Хотя, ладно, давайте еще раз. Это не так уж и сложно. Просто внимательным нужно быть. Так, кристалл мы там взяли уже, так что не появится. Так, и сезам, откройся. Восхитительно. Так, Аздрюбель, Немириус, здорово, привет всем. О! И сундук там, ага. О, и тут. О! А это, собственно, то, что нам нужно для этого квеста. Так, в драгоценном камне обитает бледный свет. Наюта вернул часть силы Арголы.
Отлично. Сундуком, походу, нужно было идти в другую сторону. Я сейчас посмотрим, может тут ничего. Все. Там еще один камень. Ладно, придется вернуться. О! А, блин, истратил полоску. Фак. Ладно, короче, тогда фиг с ним. Так, отлично, мы получили еще один слот для Ной. Так, что мы вставим сюда? Давайте силу Салары. Теперь вопрос, а как туда попасть? А, вот оно как. Прикольно. Ребят, мы собрали плюшки? Собрали. А теперь выполним от другого условия, не паримся. Тоже вариант. Разве нет? Мы все равно тут недалеко были. Сила Салара. Ну, как-то так, да. Звезды свыше, пожалуйста, защитите Теру. Откуда этот голос? Наюта, вон там. Это одна из клеток Зекста. Это означает... Ной, это ты? Я ощущаю кого-то рядом с тобой. Человек? Хм, интересное имя. Вот только как правильно будет на русском? Немеяс или Немеи? По-моему, Немеи правильно на русском, но я буду ее Немеяс читать. Мне так удобнее. Немеяс. Запомни. Тебя схватил Зекст? Тоже. Да, мне очень жаль. Ситуация
Кажется, срочный. Не могли бы вы рассказать мне, что происходит? Ну... Наюта быстро проинформировал обо всех событиях Немес. Понятно. Значит, вот что происходит. Воскрешение лидера народа мифов и дезертирство сэра Селлама. В чем дело, Немеец? Я не могу, конечно, быть уверенной, но я думаю, я знаю, почему они отключают звездную энергию в храмах. Правда? Я заметила кое-что, пока администрировала этот континент. Кажется, на этом мире наложена какая-то печать. Опа. Печать? Что ты имеешь в виду? Я сама не знаю точно. Но эта печать действует только до тех пор, пока все четыре храма функционируют должным образом. В этом я уверена. Значит, ты думаешь, что Зекс останавливает поток звездной энергии в храмах для того, чтобы снять эту печать? Нет никаких сомнений, что эта мощная печать скрывает нечто колоссальное. Возможно, что-то, что может угрожать самому существованию этого мира. И Зекст хочет заполучить это в свои руки. Но в любом случае, это не меняет того, что мы должны сделать. Нам нужно как можно скорее вернуть мастер-шестеренку из рук Зекста. Наюта, верно? Я боюсь, что мне придется оставить судьбу Терры вам иной. Пожалуйста, остановите Зекста у храма. Я полагаюсь на вас. Предоставь это нам. Пошли, Наюта. Ну, пока что как-то все слишком банально. Посмотрим, что дальше будет. А, все? Ну, уровень пройден. Салар, когда нет выхода и другого варианта, полагаешься на кого есть. Пройти за минуту и 30 секунд. Ну, короче, вы поняли, этот уровень надо сначала пройти и собрать все плюшки, а потом пройти его еще раз быстро до финиша. Кстати, тут в сундуке что-то для... Ной. О, там кристалл. Okay.
Отлично. Да, блин. Твою. Нам все равно придется спуститься, потому что там кто-то еще есть. Ой. Я пропустил кристалл. Ну, Салара, ну, возможно, это вполне. Надо хорошенько все выучить. А, блин, мне нужно было вон там прыгнуть. Какие интересные враги. Салар разобрался с ним. И новый навык. А это в оригинале он через X пишет. Так что Зекс ведь. А вот и сундук. Оу, костюм танцовщицы.
Ау. Ну и все. А здесь много людей. И я никогда не видела такого здания. Да, кто-то вышел погулять. Божечки! Какая красивая девушка! А ты незнакомая. Ты здесь в командировке, что ли? А? Женщина, ну это не Эрта. Я вижу ее пупок, но что это может значить? Алло? А почему ты так удивляешься? А ну... На самом деле, я сейчас пребываю в доме Наюты. А, понятно. Тогда должно быть ты его подруга из Сент-Лизи. Или его девушка? Девушка? Ну, божечки, божечки, становится интересно. Почему бы тебе не зайти ко мне? А, я покажу тебе то, чего ты не увидишь в городе. Конечно. Хе-хе. Хорошо, пошли со мной. Ой. Ой-ой-ой. Он делает меч? Ну что думаешь? Довольно клево, да? Как бы папа довольно искусный кузнец. Не то чтобы было это кому продавать, кроме Наюты и Сигны. Это потрясающе. Если вы не против, могу я чем-то помочь? Ну или я могу попробовать выковать меч, если это возможно. Что? Я просто хочу кое-что проверить на этом острове. Я хочу сделать что-то, чтобы помочь людям. Ну, я не особо понимаю. Но ты мне нравишься. Ты определенно прямо звучишь как Наюта. Как... Нет, ты звучишь как друг Наюты. Но кузнечное дело довольно опасно, поэтому я не могу позволить тебе заниматься этим. Но раз уж ты так хочешь, то почему бы тебе не помочь мне заполнить полки. Хорошо, следуй за мной. В заднее помещение. Да. Ну или просто кладовку можно. Ну что ж. Отлично. Так, вот тут есть еще кусочек квеста. Кусочек силы, точнее, для квеста.
пройдите, не используя Gear Shield. А, то есть я не должен вообще использовать читы. Окей. Дамаг от лавы мы получаем так себе, так что не пойдет. Так, это первый. Первый, отлично. Слушайте, а какое интересное место, а? Вы же понимаете, что нам придется прыгать по тем платформам, чтобы попасть на другую сторону. Ну или можно просто забить и пойти по лаве. Видно, с другой стороны сверху как-то. Нуар, это было бы к лучшему, это можно было бы даже выпить. Оп. Ладно, тогда пойдем сначала вниз. А, это как раз то, что нужно. Ну что, как обычно, сила Солара. Хотя... А, работает, ладно. О! Вот оно. Вопрос, а как туда попасть? Сверху? Как-нибудь? Очевидно. И вернули еще кусок тела. Нормально. До свадьбы доживет. У меня такое чувство, что я где-то пропустил кристалл. Ну да, где-то я его проворонил. Привет, Найт Рейвер. Я впервые слышу о таком. Так
Причем нету какого-нибудь прохода. А, вон он. Жесть, куда они его спрятали. Но я точно ничего не планирую. У меня с сентября будет очень мало времени, поэтому... Поэтому кроме Кисеки, девочки и пушки больше ничего не будет, пока их не закончу. У меня еще там финалка седьмая сидит. Ждет своего часа. Ну, ребенок, который. Вы действительно очень сильно помогли, юная леди. А, девочки такие скрупулезные, да? Надеюсь, это была не слишком сложная работа. Нет, это было весело. Да. Скорее всего. Тогда почему бы тебе не присоединиться к нам на ужин? Нет ничего лучше, чем овощи, которых ты собираешь самостоятельно. Я прошу прощения, однако Эрта уже приготовила ужин. Но заставлять не буду. В следующий раз, когда ты заглянешь к нам, обязательно поиграй с нашим малышом. Такое приятное чувство, когда помогаешь. Что ты здесь делаешь? О, Лира. Анатала, Наюта но. А ты Наюта. Осанаджими но Лайра йо. Лайра Бартон. Подруга детства. Лира. Лира Бартон. А все-таки ее в оригинале Лайла произносят. Аната дою цмори на но. Ну, там все равно, типа, это пытаются они так Лира произнести, наверное. Крэха, да? Я знаю, что ты что-то задумала. Сначала ты ворвалась в дом Наюты, а теперь помогаешь по деревне. Неужели ты пытаешься пролезть в его семью? И имеется в виду как жена именно. Юмейри? А? Пролезть в его семью как жена? Я, чигау нара ино. А, нет, забей. Демо, соре ва бецу ни штемо. Есть еще кое-что, что я подметила. Аната нандака. Хока но кото ва чигау тэ. Ты немного, ну знаешь, отличаешься от других девушек. Нанька но хёши де куаре чай соуна. Сонна канжи га шите. Как будто ты настолько хрупка, что даже самая незначительная вещь может разбить тебя в дребезги. Большое спасибо за беспокойство обо мне. Ты очень добрая. Сейчас она тоже влюбится в нее. Да не беспокойся.
Бу-бу. Икенай, гузутчата. О нет, он сейчас начнет плакать. Йоси-йоси, гомене, Кори. Унесан огой дашчатте. Все хорошо, все в порядке. Прости, что напугала тебя, Николя. Карина-сан га декакетеру айда аскаттете. А, ну я присматриваю за ним, пока Карины нету. Суно, ятте миру? Хочешь попробовать подержать его? Да. О, господи, она сейчас еще скажет, что хочет своего. Ну, Наюта, пора. Ясашку, ясашку, не? Нежно, нежно. Корего, нинген но. Значит, это человеческий ребенок. Нанте омокуте. Такой тяжелый и теплый. Ну что ж, интересно. Так, тут у нас два сундука. В одном из них меч. Еще 35 монстров завалить. Ну, погнали. Центра здорово. Вот и храм. Это храм Лаворг. Ну, насколько я могу судить, его звездную энергию еще не остановили. Здесь больше лавы, чем где-либо еще на континенте. Внутри, наверное, еще хуже. Тогда давай действовать и продвигаться вперед с осторожностью. О! Подожди, ты? Сэр, в целом? И вот мы снова встретились. Я не думал, что вы зайдете так далеко, чтобы меня остановить. Какие настойчивые. Ты здесь для того, чтобы отключить звездную энергию храма? Точку. Если это сделаю, то вся звездная энергия этого континента стечется в одну точку. Таким образом, первый шаг к разрушению печати Терры будет завершен. Печать. Прямо как сказала Немеяс. А ты... Ты действительно планируешь использовать ту штуку? Без сомнений. Потому что это то, что мы, народ мифов, должны сделать. Что за штука? Ты что-то знаешь, Ной? Ну... Ну, конечно, ты ему не рассказала. Ну ладно, не важно. Я здесь для того, чтобы предупредить вас. Предупредить нас. Наш план. Проходит гладко. Пока мы разговариваем, Зекс готовит ключ для снятия печати. Для вас, ребята,
Все, что будет происходить дальше, будет непредсказуемо. Что за ключ? Что ты пытаешься сказать? Вы что, не понимаете? Если вы вовлечетесь в это дело с мастер-шестеренками, вы отвлечетесь от того, что действительно важно для вас. Остров Ремнант, не так ли? Опа. Что ты имеешь в виду? Ну что ж, думаю, мне пора в храм. Но вам, ребята, стоит подумать о том, что вы действительно должны сделать. И он ушел. Наюта. На самом деле есть куча вещей, о которых я тебе не рассказывала. Да все в порядке. Как я уже сказал тебе ранее, сможешь поделиться этим, когда будешь готова. Но мне больше интересно то, что он сказал. Звучит так, что с островом Ремнант что-то должно случиться. Не обеспокоюсь за госпожу Креху. Но у нас нет выбора. Давай вернемся в другой мир. Нам нужно проверить, как там остров Ремнант и Креха. Нет, а можно я все-таки сначала квест? Нет. Понял, понял. Ну что ж, погнали. Не похоже, чтобы тут происходило что-то необычное. Давай проверим Эрту тоже. Я также хочу узнать, как там дела у госпожи Крехи. Хорошо. Ла-ла-ла. Итак, что же мне приготовить сегодня на ужин? Я потом спрошу у Крехи, что ей нравится. Эрта, мы дома. О, Наюта, Ной. Эй, Эрта, а ты случайно не заметила что-нибудь необычное на острове? Необычное? Ну, ничего конкретного вспомнить не могу. Правда? А где госпожа Креха? А, Креха в деревне. Она действительно уже привыкла к людям на острове Ремнант. А что случилось? Вас двоих что-то беспокоит? Ничего подобного, просто... О чем, черт возьми, говорил этот парень в целом. Наюта, я хочу, чтобы ты осмотрел деревню на всякий случай. И, пожалуйста, проверь, как там госпожа Креха тоже. Обязательно. Я не очень понимаю, но Креха должна быть где-то в деревне. А, и когда увидишь ее, спроси, что бы она хотела на ужин. Конечно. Так, песик. Обычно возьмем плюшки. Так, надо зайти в музей к наставнику заодно.
Опа. Мне хочется сделать статую господина мечника тоже. Хотя с бородой может быть немного сложновато. Ой. Да бы где? Ладно. Не повторяю то, что мне нужно в финальную. Мне ничего в голову не приходит, что нарисовать для конкурса. А вот у этого старика там довольно серьезная аура. Мечник в ожидании своего врага. Так, теперь мне осталось только нарисовать это. Я знаю, что ей стоит нарисовать. Ну да ладно. Вижу, ты прошел через много испытаний. Тогда я научу тебя кое-чему новому. Давай начнем. Ты готов тренироваться? Да, я готов. Так. Собственно, цепочка была обновлена. Ну, собственно, комбо. Цепочка комбо теперь накапливается и при уничтожении объектов. Ничего себе. Это очень полезно. Так, неплохо. Каждый раз, когда ты тренируешься, ты достигаешь новых горизонтов. Сохрани такое усердие. Спасибо, наставник. Ее Крэха звали, да? В этой молодой леди есть что-то таинственное, загадочное. Не беспокойся, это не так важно. Она твой друг, верно? Ну что ж, тогда позаботься о том, чтобы быть хорошим хозяином. Чуть по привычке не перевел немного по-другому. После Якудзы. Хотя, по сути, смысл, ну, тот же. Так, да, у всех обновились диалоги после прогулок Крэха, так что давайте почитаем. Крэха? Я постоянно наблюдаю за людьми, которые ходят и выходят из деревни. Как кто-то, кто так выделяется, смогла проскользнуть сюда? Черт. Ладно, не важно. Она очень таинственная, но милая. Что, запал? Ранее юная леди по имени Крэха зашла для того, чтобы поздороваться. Какая она была все-таки милая девочка. Эх, аж боль в спине тоже прошла. Крэха кажется хорошей девочкой. Она очень вежливая и добродушная. Прямо как твоя тетя, когда она была молодой. Ладно. Тут можно пошутить, но думаю, не стоит. Кажется, эта девочка, Крэха, начинает привыкать к острову. Она только что направилась к мысу и выглядела очень счастливой. Мысь? Спасибо, Ада. Скажи, Наюта, а какой тип девушек тебе больше нравится? Лира или Крэха?
Ну давай, ты можешь мне рассказать. Да уж. В этих краях не так много развлечений. Так что если кто-то выделяется, то это все. Начинают распространяться слухи. Но в смысле я хочу сказать. Учитывая, о ком мы говорим, я не могу их винить. Не могу поверить, что такая милая девушка приехала погостить на острове Ремнант. И ты знаешь ее лично, да? А почему ты мне не сказал? Ну, я не собирался держать это в секрете. Единственное дело в том, что она примерно того же возраста, что и ты. Эх, была бы она немного постарше. Да, Дорадо действительно что-то с чем-то. Да. Я промолчу. Крэха такая таинственная и красивая девушка. Она из тех, кого мы не часто видим на острове. Неудивительно, что они говорят во всем городке. Может быть, если бы у меня была такая сестра, я бы каждый день наряжал ее как куклу. Может быть, мне стоит предупредить Крэху? Упс. С котиком. Поговорили с котиком. Не, ну с Ной как бы да, там вообще. Когда я готовил новое лечебное блюдо для меню, вошла молодая девушка с серебряными волосами. Ей очень понравился мой образец. Кажется, я уже близок к тому, чтобы закончить это блюдо. Бу-га-га. Я впечатлен теми, кому действительно нравятся блюда, новые блюда, грузы. Ранее к нам заходила поздороваться девушка по имени Крэха. Она весьма очаровательна. Но немного неуместно смотрится в этом скромном деревенском баре. Но теперь я понимаю, почему Лира была в таком подавленном состоянии. Крэха? Я просто попросила ее выполнить одно поручение. Она настояла на том, чтобы помочь мне. Понятно. А ты не знаешь, где она? Ну, она зашла к старости. А, сэр Пенс. Но она что-то долго. А, ну оттуда, собственно, нас уже отправили дальше. Просто я и сама об этом задумалась. Может, она остановилась где-то по дороге? Ну, я посмотрю, если смогу найти ее. А ты постарайся не беспокоиться, Лира. А? Да. Так,
мне нужно собираться. Я не уверена, куда дальше пойдет отец. До конца игры он никуда не пойдет. Но теперь, когда симптомы РТР под контролем, я думаю, что пришло время для следующего путешествия. А ты хорошо позаботься о сестре, хорошо, Наюта? Обязательно. А, ну тут те же самые диалоги. В дальнейшем нам придется быть осторожнее и не спорить друг с другом. Спасибо, Наюта. Хозяйка дома и мадемуазель Саша нервно беседовали даже после того, как благовония выветрились. Я так рада, что эта вражда наконец-то была разрешена. Большое спасибо, господин Наюта. Да не за что. Услышав чувства Саши, я действительно сняла груз с души. Нужно было только поговорить спокойно. Да, я действительно потратила кучу времени. Пустую. Но, полагаю, мне придется отныне быть немного более гибкой. Так, опять вот эти. Кажется, мы зашли в тупик. Интересно. Я недооценила, как трудно будет найти его на таком маленьком острове. Господи, так кого вы ищете? Что же нам делать? Мы не можем позволить себе сдаться. В худшем случае, нам, возможно, придется обратиться за помощью к островитянинам. Да, кстати, я там посмотрел, и все-таки это персонажи из New Game Plus. Так что, возможно, какой-то квест с ними будет в будущем. Думаю, мы застряли в своих поисках. Но в худшем случае, нам придется обратиться за помощью к островитянинам. Ну, то есть ко мне. На юге. Эй, Наюта, если ты ищешь девочку, Крэха, она проходила здесь совсем недавно. Она сказала, что выполняет поручение. Понятно, спасибо, дядя Скульп. Крэха помогла сделать весь остров счастливее. Поначалу она казалась немного неуклюжей, но она очень быстро учится. Надеюсь, она снова сможет помочь мне на полях. Сезон сбора урожая, у нас всегда не хватает людей. И ведь она реально поможет. Ты, мы пойдем туда, 8, чё, погнали. Ребят, как насчет того, чтобы всем чатом пойти на полях там пособирать что-нибудь? Хе-хе. Кажется, ты нашел девушку. Вижу, что мои предсказания принесли свои плоды. Кстати, теперь, когда я думаю об этом, ее слова действительно были довольно точны. Так кто же она такая? Попивает. Теперь моя очередь заботиться о Коле. Мама скоро вернется. Биткоины на ферме. Тоже вариант. О. Привет, Наюта.
Теперь, когда я убедился, что Эрта полностью выздоровела, я возвращаюсь в клинику. Мне немного страшно возвращаться. Должно быть, за время моего долгого отсутствия накопилось много работы. Я не из тех, кто чувствует облегчение, но приехав на этот остров, я ничего не могу с собой поделать. А я слышал несколько довольно сомнительных историй о Сент-Лизе. Ходят слухи, что на северном континенте скоро начнется война. О, господи. Божечки правы. Они уже воевали там несколько лет назад. Да, сейчас игра такая изменится и типа... Ну все, Наюта. Пора на войну. Так. Пришло время... И отправляться в путь. Мы должны вернуть наших гостей на борт. Ой, да ладно. Этот день и так был достаточно плох. Я просто хочу убраться отсюда. А, ну да, его же в воду скинули сегодня. Иногда фрагменты падают с небес в море Тиенсия, но... Однажды я извлек два фрагмента. Два фрагмента одних и тех же руин, упавших вдруг в совершенно разных местах. Они идеально сочетались. И как вы думаете, что это значит? Ну, естественно, я предполагаю, что... Руины просто треснули и отделились друг от друга и упали в разных местах. Однако сами фрагменты упали в северной и южной... Да, северные и южные концы моря Сиенси. По одной из версий, руины относятся к древним временам и были разрушены в результате стихийного бедствия. О как. Но даже этого недостаточно для объяснения. Но когда-нибудь, я надеюсь, узнать правду. Я тоже надеюсь. Так, это все еще она. И... Опа. Новые аксессуары. Я понял. Я чувствую себя как-то неуютно в таком наряде. Колумб сказала, что я привыкну, но это невозможно. Я не могу дождаться, когда я смогу снова вернуться. Я надеялся договорить фразу, но нет. Не могу дождаться, когда вернусь к своей обычной простой одежде. Надеюсь, колонны хорошо справляется у стойки регистрации. Она красивая, у нее хорошее тело, как у меня. Так что ей не стоит растрачивать его пустое. Она должна одеваться время от времени, как надо. Это лучше, чем всегда выглядеть как дурочка.
Ну. Каждого свой вкус. Так, ладно, короче, все, поговорили с народом. Весело тут, как всегда. Крэха! Фух. Слава богине, ты в порядке. В порядке? Да, я просто немного беспокоился, вот и все. Но почему ты здесь? Ну, я помогала в деревне с различными делами. И луна была такой красивой. Но я сделала небольшой крюк, потому что просто обязана была это увидеть. Что случилось? Ха, не, ничего. Я как раз думал о том, какой загадочной ты казалась вначале. Но ты не сильно отличаешься от нас. Это правда, что народ мифов обладает огромной силой. Но ты используешь ее для того, чтобы спасти... Но ты использовала ее для того, чтобы спасти Эрту и помочь деревне. Мне кажется, что под всей этой таинственностью скрывается... Честное и доброе сердце. Обычная девушка. Как и все люди в этом мире. Ой, прости, я не пытался быть грубым. Нет, дело не в этом. Я просто подумала, что если я стану такой, то... Наверняка благодаря тебе. Пронаблюдав за тобой на Терри, я поняла. Ты отчаянно искал травы Юпини, чтобы спасти свою сестру. И даже ранее до этого ты сражался вместе с Ной, чтобы найти Сигну. Я думаю, что это чувство, когда хочется сделать что-то для других. Это то, что значит быть человеком. Для других? Думаю, это правда. Именно поэтому мы с самого начала занялись этим. Делом с мастерами на все руки. Но если уже на то пошло, это я учусь у тебя. Нет, только попав на этот остров, я смогла испытать это чувство на собственном опыте. Так что это действительно все благодаря тебе. Спасибо, Наюта. Кажется, это мой первый раз, когда Крэха улыбается так естественно. Наюта? Да не, ничего. Всегда пожалуйста.
Я действительно рад, что теперь ты чувствуешь себя намного лучше. Надеюсь, что впредь ты будешь рассчитывать на меня, когда тебе что-нибудь понадобится. Мы с Ной постараемся сделать все возможное, чтобы помочь тебе. Я так и поступлю. О, небеса внезапно. Это... Ну все, ребят, начинается. Снег. Становится холоднее. Еще. Нет, тут определенно что-то не так. На острове Ремнант должно быть тепло круглый год. Как холодно. Что происходит с погодой? В деревне люди начали паниковать. Крэха, я пока что вернусь к Ной. Конечно. Тогда я вернусь обратно в таверну и гостиницу. Пожалуйста, будь осторожен, Наюта. Обязательно. Увидимся позже. Не могу поверить, что идет снег. Я никогда не видел ничего подобного. Только не говорите мне, что это именно то, о чем говорил сэр в целом. Ной! Ной, надо переодеть. Наюта, а где госпожа Крэха? Не беспокойся, с ней все в порядке. Не похоже, что что-то случилось. Но что важнее, как ты думаешь, этот снег пошел из-за чего-то на Терри? Нет. Терра и эта сторона полностью раздельны. Даже Зекст не может управлять условиями в этом мире. Но в последнее время во многих местах наблюдаются экстремальные климатические явления. Так что, возможно, это отчасти связано с ними. Особенно это касается тех мест, что находятся рядом с краем мира. Мне кажется, что их погода часто делает что-то подобное. Да, но остров Ремнант находится довольно далеко от края мира. Ну, ходят слухи, что конец постепенно приближается. Ну, по крайней мере, я смогла удостовериться в том, что госпожа Крэха в безопасности. Наюта, давай поспешим обратно в храм. Лаворк. Верно. Сейчас мы должны пойти за этим парнем, Селлому. Когда будешь готова, пошли. Удачи. Вы двое. Зима близко. И конец тоже. Вот, кстати, тут прямо в тему. Зима близко. Так.
Сколько мне хватит? О, отлично, новый слот под еду. Я действительно очень рада, что ты много ешь, Наюта. Дай мне минутку. Ей. Удачи с твоими приключениями. Так, 200. Бизардок. Ребят, звучит. Невероятные приключения бизарного дога. Ладно. Так, давайте сделаем перерыв. И потом пойдем дальше.